Яндекс Ньюс. Юрист Петерис Линич у нас в студии, представитель Латвийской федерации предпринимателей продуктов питания, наверное, так можно перевести правильно. Да, поговорим мы сегодня о депозите. Начнем, наверное, с этой темы. Скажем так, это было причиной нашей встречи сегодня. И о том, что вот производители, они прям просят, я бы сказала, даже требуют незамедлительно какие-то вводить и упорядочить эту систему депозитов. Почему сейчас так остро стал этот вопрос? Хотя мы знаем, что обсуждается тот же депозит по поводу бутылок уже, ну, наверное, десятилетия. Да, уже второе десятилетие началось. И, ну, изначально я должен сказать, что производители никогда не были так на все 100 против депозита. Уже в 2013 или 2014 году мы подписали меморандум о внесении депозитной системы, но тогда не хватило там политических всяких процессов, воли. Чтобы воли не хватило, да, и это все было приостановлено. Ну и в этом году, и в прошлом году мы вернулись к этой теме, и там несколько причин. Первая из этих причин то, что Евросоюз принял новую директиву, которая полагает, что до 2025 года мы должны будем собирать 77% 5 бутылок, пластмассовых бутылок, и до 2029 года мы должны будем собирать 90%. Эти очень большие цифры, и нигде в мире никто еще не собирал такие проценты так просто. Да, там нужен какой-то специальный подход. Единственный подход, который существует на данный момент, который касается этого вида тары, является депозитная система, которая себя доказала уже в других странах. Ну и мы видим, что другого как бы способа на данный момент не существует, и мы сами будем по этой директиве ответственны за свою упаковку, которую мы делаем. Так что, ну, мы не видим другого выхода из этой ситуации, и мы согласились и работаем над тем, чтобы внести эту депозитную систему. На данный момент эта система уже законопроект находится во втором чтении в Сейме. Мы очень скрупулезно и тщательно над ним работали вместе с Министерством среды и торговцами и других заинтересованных странах. Мы работали над этим законопроектом, и сегодня он будет рассматриваться на ответственной комиссии. Мы надеемся, что он пройдет во второе чтение в комиссии и будет продолжать свою дорогу в Сейме. Давайте чуть-чуть, может быть, поясним и нашим радиослушателям тоже, в чем заключается система депозита и какая выгода и что требуется от потребителей в этой системе, что они должны сделать, какие их действия должны быть. От них никаких специальных действий не требуется, никаких там, по сути, затруднений не должно быть. Но суть системы в том, что покупатель, когда он будет покупать, например, свой любимый напиток, он будет доплачивать как бы 10 центов, евроцентов, а потом, когда он уже будет приносить пустую бутылку, мы надеемся, да, обратно в магазин пустую бутылку, он получит эти 10 центов обратно. И это самая главная идея как бы экономической мотивации потребителя приносить обратно пустую тару. И так это работает. То есть вот в крупных супермаркетах подразумевается, что люди приходят со своими, там будет какой-то специальный закуток, ящик, коробки стоять, куда эту тару будут ставить, как это физически может выглядеть? Это хороший вопрос, но во всем мире уже как бы вошлось то, что эти бутылки собираются в специальных автоматах. Но я хочу отметить, что это не обязательно. Можно бутылок собирать и мануально,
люди могут собирать и не обязательно покупать сразу много дорогих автоматов, как это уже стереотип такой в обществе является, что депозитная система означает автоматы. Да? Способы собирания бутылок может быть разный, но да, в большинстве стран это делается автоматами, которые автоматически собирают и сортируют металлические банки, пластмассовые бутылки, стеклянные бутылки. Стеклянные бутылки живут вторую, третью, четвертую, мы делимся жизнью, и как бы дополняется много разно. Но вот сама эта система, то есть человек кладет бутылки в автомат, и автомат выдает ему деньги. По сути, да. То есть, а если человек, например, собирает и кладет вот в эти специальные контейнеры для пластмассы, для бумаги, мы знаем, что у нас есть, кто-то сортирует, и становится, я надеюсь, что их все больше и больше этих людей, которые сортируют, получается, что они деньги получать не будут. Они получать денег не будут, но эти системы могут, и это уже доказано, что они могут существовать вместе, потому что депозитная система касается именно тары напитков, да. Система контейнеров как бы касается не только тары напитков, но там и всяких других изделий, пластмассовых, металлических и так далее, и так далее. И одна депозитная система не может собирать все виды упаковки, все виды материалов и так далее, и так далее. Но дополнение этой контейнерной системы может дать хороший, конечно же, результат, и они друг друга как бы не исключают. Эта депозитная система касается только напитков, если, например, не знаю, стеклянная банка от томатной пасты не считается? На данный момент только напитков, потому что нельзя делать эту систему слишком широкой, потому что это будет уже очень-очень дорого. Мы не знаем, как это будет работать. Нигде в мире она не является настолько широкой, чтобы там можно было приносить всякие бутылки из пастов, как вы говорили, и других материалов. Но мы, конечно же, не исключаем, что когда мы внесем эту систему, скажем так, в классическом виде, постепенно, может быть, мы сможем ее дополнить с другими видами тары и расширить ее, конечно же, но не изначально, потому что на данный момент очень важно ее внести, как она работает в других странах, конечно же, имея в виду ошибки других стран. Да, но я считаю, что было бы ошибкой изначально сделать какую-то мистическую большую систему, которая якобы собирает все, инвестировать там нелогически большие суммы, и неизвестно, как это будет работать. Но взять лучше классическую систему, которая себя уже доказала в других странах, и работать с ней, и смотреть, как можно ее развивать. Одевайте, пожалуйста, наушники. У нас много звонков, будем их принимать. Доброе утро, слушаю вас, пожалуйста. Доброе утро. Доброе. У вас такая щепетильная тема. Слушаю и удивляюсь. На самом деле мы живем как в каменном веке. Вокруг, я не говорю про Скандинавию, на которую мы часто ориентируемся. Там уже давно система деления мусора работает. Работает очень четко. Со всеми штрафными станциями. Если ты не делаешь как надо, и бонусами, если ты делаешь. Наши соседи в Литве и в Эстонии уже давно эту систему ввели. Вашему гостю я бы рекомендовал обратить внимание на лоббирование интересов мусорных компаний, потому что все мусорные компании получают огромные дивиденды, огромные преференции со стороны Евросоюза за, так сказать, сортировку мусора. Потому что им невыгодно, допустим, делить контейнеры. Я, допустим, живу в своем частном доме, я не буду рекламировать или не рекламировать ту или иную компанию, да, но мой запрос поставить, у меня дома три мусорника, допустим, для органики, ну ладно, органику, компостную кучу, все понятно. Для пластмассы, для бумаги я получил отказ, потому что им невыгодно поставить один контейнер и так далее, и так далее. То есть все мусорные компании будут получать огромные дотации за, так сказать, деление мусора. А в результате получается так. Несколько раз наблюдал картину. На Муку Салас Максимум есть такая, где сейчас идет ремонт. Там стоят два контейнера для пластмассы и для стекла.
И все люди такие, как правильные, как я, привозят пластмассовые бутылочки, кидают стекло в стекло, пластмассу в пластмассу. Потом приезжает одна машина, грузит все это в одну чупу и уезжают. Вот так вот у нас это происходит. И поэтому как бы мне становится весьма странно и очевидно, что вокруг уже это делают все, но у нас в Латвии все как в Латвии. Спасибо большое, что-то прервалось. Ну, мысль понятна. Это, наверное, вопрос больше не к вам, но тем не менее. Ну, да, я там могу прокомментировать, потому что эта тема очень широкая, да, и, конечно же, с одной стороны, мы должны смотреть на эту проблематику шире, но что мы здесь говорим? Мы говорим, что мы будем как бы отделять один вид упаковки от всей этой системы. Я считаю, что это правильно, чтобы не было так, как говорил звонитель нам, что там якобы сортирует, якобы не сортирует и так далее, и так далее. Эта система должна быть централизована, она должна быть понятлива всем жителям Латвии и работать безотказно. Да? То, что касается контейнерной системы, да, я считаю, что там есть еще много проблем, хотя есть и хорошие примеры, но уже несколько лет мы говорим о том, что мы должны развивать контейнерную систему, как именно звонитель говорил, как в других странах, как в Норвегии и так далее, и так далее. Но до сих пор мы видим, что контейнеров очень не хватает в Риге. Рига является половиной Латвии. Как мы можем хотеть, чтобы система работала, если нет самих контейнеров, если нет где сортировать, если нет знаков, как сортировать и так далее, и так далее. Я рад, что я могу своих производителей и тару, которые они производят, как бы отделить от этой системы, потому что, с одной стороны, я вижу, что компании, которые занимаются мусорным бизнесом, считают это мусором, но мы это считаем не мусором, а тарой, которую мы можем многоразно использовать, или одноразовую тару как материал мы можем продать, чтобы содержать эту систему. И я думаю, что только хорошо, если мы будем отделять эту систему от этой контейнерной системы, которая тоже, я подчеркиваю, должна развиваться, потому что, чтобы выполнить эти амбициозные планы Евросоюза, там, конечно же, не будет хватать только депозитной системы, там нужны будут и другие подходы, в том числе и контейнерная система. Но изначально нужны сами контейнеры. Вы, как производитель продуктов питания, будете получать только вот эту тару, которую возвращают люди, либо с автоматами, либо мануально. Из контейнеров, в которые люди сортируют, вы их не получаете. Именно. После того, как вы их получаете, что с ними происходит? Вы их моете, там у вас происходит второй этап сортировки, вы там чистите, как это все? Вот именно, да. Тара сортируется, она многоразная тара передается тем производителям, которые ее привезли, в таком же числе, в каком они привезли, а одноразовая тара продается на переработку. Мы надеемся, что в Латвии продается. Это, конечно, свободный рынок, но мы очень надеемся, что в Латвии мы сможем продать большинство этих материалов. И все деньги, которые мы получим, будут инвестироваться в саму систему, чтобы ее содержать, чтобы она работала безотказно, чтобы она работала так, чтобы продукт не подорожал. А у нас есть в Латвии переработчики? Да, у нас есть. Пластмассы и прочее. У нас есть переработчики. Я думаю, что они будут рады, что у нас будет система, которая будет как бы содержать их материалами на переработку. Еще один звонок примем, много звонков. Доброе утро, слушаю вас, пожалуйста. Доброе утро. Доброе. А вот эти все пластмассовые бутылки, они, когда поступают в магазин, они же упакованы в полиэтиленовую пленку, так же, как сахар.
И куда девается эта пленка? Потому что я видела в некоторых, около некоторых магазинов, у них один контейнер, туда суют и картон, и вот эту пленку от упаковки, и продукты иногда, и все. А вот пленку это кто-нибудь собирает? Или... Спасибо. Как раз пленка будет пример тому, для чего нужна и другая система, и пленка, материал, который, ну, конечно же, мы не сможем сдать в автомат, и должен быть контейнер для пластмассовых изделий, где эту пленку положить, и это ответ звонителей, что другого там способа или места для этого материала я не вижу, как отдельный контейнер. А физически вот эти бутылки стеклянные, они могут биться. Пластмассовые, они тоже в таком, ну вот, как мы получаем ее, когда она новая, она такая вся, не без каких-либо повреждений, а второй раз мы уже, потребитель будет видеть, что это второй раз использовано? Или ее как-то будут, не знаю, отшлифовывать и так далее? Выводить? Такой практики, что отшлифовывать, не слыхал и думаю, что такое нет. Вообще, эти стеклянные бутылки довольно что твердые. И, например, в Германии я видел, что там они используются до 10 раз, и там уже продаются бутылки, которые там визуально можно видеть, что не первый раз уже в них содержатся напитки, и все к этому рады. И только, да, и я думаю, что это вообще-то там никакая не проблема, но ответ на ваш вопрос. Я думаю, что хорошая стеклянная бутылка свою жизнь живет до 10 раз, но потом уже, скорее всего, она пойдет на контейнер. Но человек визуально, возможно, сможет отличить, что вот эта бутылка второй раз, может быть, ему даже будет приятнее, если он там очень зеленый захочет. Да. Он сможет выбрать бутылку не новую, а напиток в бутылке. Ну, именно, да. Я думаю, что после какого-то третьего, четвертого раза визуально будет отмечаться, что она не первый раз используется, но это, скорее всего, будет эффектом, а не дефектом. Угу. А скажите, а компании какие-то планируются? Все-таки людей надо информировать. Да, мы знаем, что СМИ в какой-то мере, ну, это тоже, наверное, не каждый день, и с плакатами там никто ходить не будет. Вот такого плана, чтобы люди понимали, что им делать, как им делать. Да, конечно, производители будут над этим работать и будут делать всякие инфоматериалы в электронном виде, письменном виде и так далее, чтобы людей известить, как эта система будет работать и где можно будет сдать эти бутылки. И, конечно, да, такой план у нас есть, и без этого никак, чтобы система успешно работала, конечно, все должны понимать суть этой системы, и главное суть этой системы, потому что как пользуется система, я уверен, что люди будут понимать, да, но все основы этой системы, конечно, не до детального там рассказа, это никому не будет интересно, но в общих чертах, конечно же, мы будем обвещать людей, чтобы все было понятно. И самое главное, я хочу отметить, что эта система должна работать, имея в виду где-то три принципа очень важных, и один из этих принципов, что она должна работать на основе бесприбыльной, чтобы вся эта система работала и вся прибыль как бы вкладывалась в саму систему, чтобы она не пошла никаким акционерам или кому-то, как это бывает и нормально бывает в других сферах. В этой части отрасли вся прибыль должна пойти в саму систему, чтобы она работала безотказно, да. Другой принцип такой, что она должна быть централизована. Это означает, что она должна работать всей территории Латвии одинаково, да, и понятливо. И, конечно же, третий принцип, мы считаем, что она должна быть введена и как бы создана производителями и торговцами, потому что они те, которые являются ответственными за работу этой системы, и они
единственная часть общества, которая не заинтересована, чтобы система работала как можно дешевле, потому что это их как бы производительные расходы. Да? Чем дешевле будет эта система, тем дешевле мы сможем производить наш продукт. Может быть, еще один вопрос, который хотел задать на другую тему, но связанную вот с федерацией вот, продовольственных предприятий и призывом к самоуправлениям использовать вот местные продукты, видимо, имеется в виду учебные заведения, да, школы, детские сады. А есть ли с этим какие проблемы? Действительно ли есть такие случаи, когда в основном используются нелатвийские продукты? Случаи есть, но думаю, что по этой части мы идем в правильном направлении. Мы видим, что в большинстве случаев отдается предпочтение латвийским производителям. Конечно же, мы должны учесть и все нормы Евросоюза и так далее, и так далее, о свободной конкуренции и так далее, и мы не можем дискриминировать. Но как-то я вижу, что в последние годы ситуация очень улучшается, и самоуправление, и школы, все государственные учреждения выбирают лучше местную продукцию, чем иностранную. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Можете звонить нам, юрист Петерис Лейнинш, у меня в студии представитель Латвийской Федерации производителей продуктов питания. А вот если про местных производителей и зарубежных, ну вот если так конкретно, например, Лайма шоколад, он вроде как производится у нас, но само предприятие не наше, это Оркла, это, по-моему, Эстония. Это считается местным производителем или нет? Это считается местным производителем, я бы не сказал... Дело не во владельцах, да? Да, я сказал бы, что, даже что предприятие местное, можно сказать. Просто, как вы говорите, владельцы являются иностранными, и это по той части, но само предприятие местное, латвийское, так что рабочая сила местная, бренды местные и традиции тоже. Местные. Тоже местные. А еще одно заявление от федерации было, что экспорт, возможно, немного вырастет в этом году, в связи с чем-то такие оптимистичные прогнозы. Если так оно будет, это действительно будет очень хорошо, но, возможно, есть какие-то вот приметы уже, вы чувствуете, что так будет, потому что... Я думаю, что самый главный фактор для экспорта тот, что во всем Евросоюзе и в Латвии в том числе мы видим небольшой вырост экономики. Это означает, что у людей повышается покупоспособность, и это все вместе взятое как бы нам дает повод считать, что экспорт немножко вырастет. Конечно же, мы должны быть осторожны, потому что там есть масса других факторов, которые могут повлиять на такие прогнозы. Но если с точки зрения сегодняшнего, я вижу, что маленький рост может быть, да, но мы должны быть и готовы, что через какое-то время будет опять спад, как это всегда бывает, и мы должны быть готовы к этому. Это нормальный цикл экономики, и без этого никак, так что мы как бы... Как сказать, не можем бесконечно радоваться тому, что сегодня хорошо. Мы должны быть готовы к тому, что завтра уже будет другая ситуация. Тем готовы мы будем к этому, тем лучше, чем конкурентоспособнее мы будем с точки зрения всего Евросоюза. А куда у нас больше всего экспорт уходит? Это Литва, Эстония, ближайшие страны или... На данный момент, да, но есть очень много хороших примеров, пример в другие страны Евросоюза и еще дальше, за границах Евросоюза, ближайшие страны, конечно же, самый большой спрос является к ближайших стран. Ну а за границей Евросоюза это какие, может быть, там какая-то экзотика есть?
Да, конечно, есть и Америка, есть, я слышал, даже в Австралии отсылают всякие продукты. Я представляю и пивоваров, я знаю, что есть интерес о латвийском пиве в Австралии. Это, конечно же, маленькие партии и так далее, но все равно экспорт ходит и туда, так что в Канаду есть экспорт. Что касается использования, эту тему часто спрашивают, использование вот латвийских продуктов вооруженными силами, латвийскими и натовскими, которые здесь базируются, вот в Адаже. Да, у нас тут есть, насколько я знаю, очень хорошее сотрудничество, и я знаю, что местные производители принимают участие в закупках для военной сферы, так что... Я согласен, что там, конечно же, еще можно работать над этим рынком, потому что они очень должны учесть все эти нормы Евросоюза, которые говорят, что свободная конкуренция и так далее, и, да. Конечно же, они не могут выбирать только латвийских производителей и как бы не считаться с другими производителями, но этот рынок, скорее всего, для нас всего понятливее, так что нам там есть всякие привилегии. Я думаю, что там еще есть очень много мест для латвийских производителей, потому что этот рынок, как мы видим, ну, тоже, я думаю, будет развиваться еще. Производители подстраиваются как-то под вот этот спрос, потому что были сообщения о том, что вот, например, те же натовские солдаты, они предпочитают еду более понятную, например, для американцев, ну, так вот ментально сложилось, что это чаще всего гамбургеры, пицца и прочее, и, ну, возможно, там наши сыры, ржаной хлеб, и для нас традиционные продукты, они не очень для них понятны. Возможно, производители что-то для них специально подстраивались как-то. Да, такая ситуация, может быть, она нормальна, и это вопрос вообще в бизнесе, что производитель должен подстраиваться под покупателя. Если есть спрос к одному продукту, тогда он и должен делать этот продукт. Если он это не будет делать, тогда с ним не будет считаться и не будет покупать такой продукт, который не интересует этого покупщика. Так что я считаю, это нормальный процесс. Да, это происходит. Да, наши производители стараются производить то, что к чему есть спрос. Как это получается? Иногда лучше, иногда еще есть где расти. Но в общих чертах я вижу, что мы довольно что флексибильны и можем подстраиваться в этой сфере под покупателя и других стран, у которых являются всякие специфические спросы к пищевых продуктов. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Еще есть у вас возможность позвонить и задать свой вопрос. Говорим мы сегодня о производителях продуктов питания, о том, что наболело у них, и, возможно, об успехах тоже. Да, насколько... Не знаю, вот производители продовольствия в Латвии чувствуют поддержку государства. Почему спрашиваю? Потому что время от времени разные идеи и поправки у наших депутатов возникают. Ну, в том числе последняя инициатива, что надо вот эти вот послащённые напитки увеличить этот акциз на них. И речь идет о безалкогольных напитках. Я не знаю, советовались ли кто-то с федерацией по этому поводу. Этот вопрос очень болезненный. Конечно же, мы не рады таким решениям. Да, у нас есть и были споры на эту тему. И сегодня мы будем рассматривать этот вопрос в САИМ, в ответственной комиссии насчет акциза на безалкогольные напитки. Мы считаем, что это не очень-то правильно, потому что Латвия является... только одна из пяти стран Евросоюза, где вообще такой налог существует, так что это не очень-то хорошо является на нашу конкурентоспособность, но с чего начинать? Ну, это не единственный порог, который мы должны переступать, и есть и другие, но я бы хотел видеть, что со стороны правительства и САИМ
не был, не накладывались бы какие-то искусственные пороги, да, но это я вижу как один из таких, ну и такого рационального ответа, почему нужно на данный момент повышать этот налог, я не вижу. Еще раз отмечу, что Эстония уже сообщила, что они будут понижать налог на алкогольные напитки. Конечно же, если мы никак не будем на это реагировать, мы потеряем большой рынок, который является на прирубежных там территории Латвии, и конечно же это будет касаться и налога на безалкогольные напитки, потому что акцизный налог на безалкогольные напитки не может быть выше, как налог на алкогольные напитки, да, и если в эти дни эстонцы понижают на 25% свой налог, а мы будем здесь повышать с другой стороны, ну, получается какая-то неправильная политика. Стратегия, да? Да, но будем смотреть, там, как это будет развиваться. Нигде не доказано, что этот налог на акциз имеет прямое какое-то отношение к количеству потребления сахара. Но это доказано, что там повышали этот налог в Дании, потом снижали, но этот потребление не очень-то изменялось. Но самый главный аргумент, почему надо повышать на данный момент, является потребление сахара. Ну, мысль, конечно, что хорошая, но способ, как ее реализовать, не совсем-то правильный. Ну, нигде не доказано, что это поможет достичь эту цель. Приближается Лига, нельзя вас, вы сами сказали, что вы как представляете производителей пива, нельзя спросить. Ну, не спроси, да. Не спроси, да, действительно ли является Лига и вот этот вот период до таким бумом, который, наверное, ну, кормит весь год. Да, это правда, это я многоразно уже отмечал, что производители пива, это очень сезонный бизнес, и, конечно же, июнь, июль и август являются пиковыми месяцами, когда мы можем продавать очень много своего продукта, а потом 9 месяцев, как по-разному, там, но не очень, да, ну, там, иногда бывает, что мы не можем работать с полной мощностью зимой и так далее, и так далее. Очень важно то, что какая в этом году будет погода, если будет так, как было в прошлом году, тогда очень хорошо. Не знаю, сегодня, вчера очень жарко было, надеюсь, что так и будет продолжаться. И, конечно, да, я согласен, что на данный момент производство и продовольство пива идет хорошо, но мы не должны быть слишком оптимистичны, потому что мы видим, что, я уже упомянул, что, скорее всего, будет сокращаться рынок на границе с Эстонией. Этот рынок составлял в прошлом году 15% пива. Это очень много. Если это мы как бы снимем, тогда будет очень трудно. Еще мы должны учесть, что на данный момент существует повышение акцизного налога ежегодное, так что если ничего не будет меняться, то с следующего года будет повышаться акцизный налог, но я думаю, что это должно быть изменено и отчасти эстонской практикой, потому что всегда мы были где-то посередине между Литвой и Эстонией. Если мы ничего не будем делать, тогда у нас будет самый большой акцизный налог в балтийских странах скоро, но с этим я не могу согласиться никак. Но да, я надеюсь, что лето будет хорошим. Да, я уверен, что мы можем
считать пиво латвийским национальным продуктом, который потребляется всеми жителями Латвии, и особенно 23-4 июня. Насколько капризные потребители Латвии? Хотят ли они новинок? Или ну вот в пиве, в традиционном напитке они тоже каких-то традиций придерживаются? Я считаю, что жители латыши, русские, все, которые, как сказать, жили и живут в Латвии, очень капризны, потому что они всегда ищут какие-то новые вкусы, они всегда, я заметил, обсуждают, какое новое пиво, которое у кого лучше нравится, которое у кого меньше нравится. Так что я считаю латвийского потребителя в хорошем смысле очень капризным, и это дает повод производителям как бы не ослабляться и работать, чтобы удовлетворить все нужды и спросы местных покупателей. Да, если это так не было, тогда мы бы там могли ничего не делать. Это не так, конечно же. Так что я рад, и я считаю, что эта отрасль будет развиваться в Латвии. Это доказывает то, что у нас уже 57 пивоварен в Латвии, это очень много для маленькой Латвии, так что я надеюсь, что мы будем развиваться, но, конечно же, мы должны учесть все эти трудности, с которыми мы должны ежедневно работать. Вот могу напомнить, что в прошлом году нас запретили эту упаковку пластмассовую. Uh-huh. Это тоже эти были большие убытки для производителей, убытки, которые они должны были потерпеть, не из-за того, чтобы они там инвестировали в развитие, а из-за того, что такое законодательство. Ну, я считаю, что это неправильно было. Будем надеяться, что вас будут лучше слушать, и диалог все-таки будет двусторонним. Юрист Петерис Лейнинш был у нас в студии, представитель Латвийской Федерации производителей продуктов питания. Спасибо вам. Мы сейчас продолжим с обзором прессы. Не переключайтесь.